шести кружочках расставлены целые числа таким образом, что вдоль каждой линии сумма одна и та же. Теперь давайте поймем, что это за линия. Вот это вот одна линия, это другая линия, вот это вот третья линия, а также есть вот такая вот линия, такая и такая. Задача. Докажите, что если все числа целы, то сумма обязана делиться на 9. Задача очень простая. Никто не сказал. Известно, что целые числа даны целые числа. В суммы все должны быть одинаковые. Все эти суммы должны быть равны между собой. Задача. Докажите, что сумма всех 9 чисел делится на 9. А вот CD? Да. X, Y. И я сейчас хочу получить три линейных уравнения. Как? Сначала X это A плюс B плюс C плюс A минус D. Это правда? Потому что сумма этих трех должна равняться сумме этих трех. Ну, это правда, конечно, но... Да-да. Плюс C плюс D – это X. Да. Y – это A плюс B плюс C минус C минус D. То есть A плюс B минус D. Да. Теперь B плюс Y. B плюс C. B плюс X. То же самое и X плюс Y. Так. Перепишем систему. Это что? B это 2D. C это D. И A это D. Да, хорошо, дальше. Напишем это здесь. D. Что у сумма этих трех будет 4D, здесь 2D стоит. Что у этих трех будет 4D, здесь 2D. Всего число, деляющееся на 9. Ну, то есть 9D? Да. Отлично. Вот как решал бы задачу компьютер. Какой тест, который должен сдавать роботы. Может быть, вы помните, были писатели фантастики 20 века. Люди писали о том, что вот приближается время компьютеров, время роботов. Тогда все это казалось так интересно. Было есть интересно. Замечательно. Вот. И тогда был придуман такой тест Тьюринга. Мы скажем, что придумали искусственный интеллект. Если человек не сможет отличить компьютер от человека, когда будет разговаривать с ним, ну, не знаю, по телефону, ну, или там через чат, да, вот. Теперь обратите просто внимание, если кто-то из вас пользуется интернетом, то вы могли заметить, что тест на то, кто вы, приходится сдавать довольно часто. Может быть, помните такая вещь? Нет. Докажите, что вы не робот. Да. А теперь внимание, кому вы это доказываете? Роботом. То есть вы должны... Что? Роботом. Чтобы вы это сделаете часто, упорно. Вы должны роботом доказывать, что вы люди. Вот. Кстати, интересный вопрос. А когда вы будете научиться легко обходить этот тест? Научиться. Решал задачу так, как решают любую систему линейных уравнений.
по принципу, а какая мне разница? Мне сказали какие-то там условия, я их выписал, решил, вообще, что, знаете, не заморачиваться, да, не рассуждая, ну, как, не знаю, как дворник идет, и идет по двору, и весь мусор сгребает, и ему совершенно неинтересно, эта бумажка, она от конфеты, или там, не знаю, еще от чего, да, просто он идет, и всю грязь по сторонам разбрасывает. Ребят, ну, конечно, имелось в виду, что вы эту задачу решили как-то быстро, я бы помню. Душой. Как? Я еще не вижу. От вас требовалось посмотреть, вот пусть еще этих чисел у Коли нет, требовалось посмотреть на вот это и это. Сумма вот этих двух чисел должна равняться сумме этих. Значит, эти равны. Иначе точно так. Сумма этих должна равняться сумме этих, на самом деле все три равны. Отлично. Допустим, это Y. Если они все, да, допустим, это Y. Тогда, смотрите, какая история. Вот здесь сумма 2Y. И при этом сумма вот этих должна быть 2Y. И этих 2Y. И этих 2Y. Ну, так, идея понятна, да? Итак, вот, вот эта вот сумма, это 2Y. Значит, вдоль линии должно быть 2Y. Значит, сумма вот этих двух, это Y. И сумма этих Y, значит, эти равны. И сумма этих равна сумме этих. Значит, они на самом деле все равны, правильно? Они все равны. И при этом их сумма, это Y. Значит, они Y пополам. Ну, отлично. Y пополам обозначает буквы T, получаем вот эту. А почему T будет цел? А потому что это число стоит в нашем треугольнике. А? Да, целое, потому что это просто число в треугольнике.